Нам казалось тогда, что как прежде уже не будет. Что не соберутся в зале наши ученики, что мы больше не ощутим волшебную атмосферу батлов, концертов и фестивалей, что мы еще долго не обнимемся и не выбежим все вместе на награждение. Мы почти смирились с тем, что теперь все будет по-другому. Мы потеряли время, комфорт и привычки, но взамен обрели нечто гораздо более важное. Мы обрели ценность момента. Мы ощутили, как важно быть рядом. Мы все преодолели вместе. Мы получили колоссальный опыт, который сделал нас еще сильнее и целеустремленнее. И все это время с нами неизменно был наш танец. Мы танцуем, когда нам грустно, когда одиноко, когда мы веселы и воодушевлены. Танец всегда с нами, когда мы испытываем счастье. Мы счастливы, танцуя. Танец – это наш образ жизни, философия и религия. В танце мы преодолеваем все трудности и невзгоды. Это наше лекарство от плохих времен. Всеми силами мы приближали момент, когда вновь наполнятся залы. И вот он свершился. Наслаждайтесь вместе с нами. Добро пожаловать в мир, где правит танец.